Самая ответственная должность на планете. Быть мамой научат. В Муроме работает настоящая школа матерей. На занятиях для беременных в преддверии праздника мам побывала Юлия Казакова. Екатерина станет мамой в первый раз. Многое для нее еще неизвестно и непонятно. Но для своего малыша она хочет быть самой заботливой и любящей. Очень приятное ощущение, ощущение счастья присутствует. Какие-то такие текущие проблемы ушли на второй план, и сейчас все мысли только об этом. Эта школа очень полезна вообще для всех мамочек. Очень правильно, что ее организовали у нас в городе. Роды, грудное вскармливание, первые месяцы с малышом, забота о грудничке. В школе будущих мам, которая открыта в Муромском роддоме, учат всему самому необходимому. Во время беременности в жизни женщины происходит очень много важных моментов, и сам процесс беременности, он не только радостный, но и тревожный. И вот устранить все те тревоги, которые женщина испытывает в этот период, помогает школа будущих мам. Лекции, тренинги, все наглядно, с презентациями, а порой и на личном примере. Сегодня с будущими мамочками работает не просто консультант по естественному вскармливанию, но и мама, воспитывающая двоих детей. У нас материнство нигде не учат. У нас девочки заканчивают школу, заканчивают институт на какой-нибудь там специальности, экономисту, юриста, а потом оказываются мамами неожиданно. Это тоже очень большая наука, большое искусство быть именно матерью, как выносить, как родить, как кормить, как воспитывать. Это очень много вопросов возникает. Я сейчас хочу передавать опыт именно грудного вскармливания детей, потому что, кормя своего первого ребенка, читая про эту информацию, я поняла, что мало мам сейчас очень кормят грудью, часто необоснованно докармливают, это сказывается на здоровье ребенка. Занятия позволяют не просто следовать данным инструкциям, а сформировать собственный подход к рождению и воспитанию детей, в полной мере осознать ответственность и красоту материнства. Главное, чтобы мать и малыш были счастливы вместе. Юлия Казакова, Александр Симонов, новости Муром.